Всем привет! Вы на канале Ника Шоу, с вами снова я, Вероника Мазур. Но прежде чем мы начнем это видео потратить, одну секундочку и не забудь нажать на красную кнопочку подписаться, чтобы не пропускать новые актуальные промокодики и бесплатные робуксы. Для тех, кто не знает, на моем YouTube-канале Ника Шоу будет проводиться мега-раздача робоксов на 100 тысяч подписчиков, так что подписывайся на мой YouTube-канал, зови своих друзей, пусть тоже подпишутся, чтобы раздача робоксов настала как можно скорее. Ну и, конечно же, не забывай вступать в мою группу NSUT, чтобы в дальнейшем не ждать свои робоксы 16 дней. А еще у меня на канале можно выиграть робоксы в рубрике «Коды на робокс». Как ими пользоваться, смотри подробнее в этом видео. И в этом видео комментарий дня от Славы Нечто, который вы видите сейчас на экране. И сегодня я подготовила промокодики в игре Muscle Race Clicker. Эта игра была создана таким блогером, как Smile Freddy, если ты меня смотришь, приветик тебе огромный. А поэтому погнали скорее заходить, игра в принципе прикольная, я вам расскажу что да как и покажу сами промокоды. Ну что, ребяточки, мы зашли в нашу игру, и суть этой игры заключается в том, что вот мы бегаем на скорость. По вот такой вот большой трассе мы бежим на скорость. Что-то по типу симулятора скорости. Сначала, вот видите, мы ползем очень сильно мало, как червячочек просто маленький такой. А потом еще быстрее, вот смотрите, люди уже тут суперскоростные, у нас есть яйца с питомцами. И для того, чтобы вам не сложно было начинать, как мне, я вам покажу рабочие коды, которые вам помогут с самого начала стать очень крутыми. Смотрите, кто-то с кроватью бегает переносной просто. Кстати, ко мне тут подключился мой подписчик. Приветик тебе, ты в видео. И вот у нас начинается раунд через одну секунду. И нам надо очень много тыкать. И сколько энергии мы накликаем, точнее силу накликаем. Это, ну, в общем, чем больше, тем лучше, понятное дело. Так, 4, 2, 2, 2, 4. Кто-то, наверное, включает кликер в этот момент. Вот я 230 накликала, и смотрите, я уже достаточно быстро бегаю. Но промокодиков мы будем бегать еще быстрее. Но мы ресетаемся и будем вводить наши коды. Я просто ресетаюсь, чтобы появиться на спавне, чтобы было удобнее. Ну что, ребяточки, ко мне тут подключился еще мой подписчик. Приветик тебе, ты тоже видео. Промокодики у нас вводятся во вкладочке коды. Все интуитивно понятно. В общем, заходим сюда и вводим первый код. Выглядит он у нас вот так. Релиз большими буквами. В принципе, этот промокодик есть практически во всех играх после релиза. Погашаем данный промокодик. Отлично, он у нас введен и выдал нам 60 энергии. За эту энергию мы сможем себе купить несколько питомцев. Дальше у нас идет вот такой промокод, 1K Likes. Просто тоже промокодик, что-то запоминать. Погашаем его и получаем целую 1000 энергии. То есть мы уже сможем купить такой даже два вот таких крутых яйца, знаете, с питомцами. Но это еще не все, надо подождать, потому что следующий у нас промокодик выглядит вот так. 3K Likes, не сильно отличается от предыдущего, тем временем мы его погашаем и получаем еще 2000 энергии. У нас уже есть 3000 энергии, это очень много, я считаю. Мы можем вообще чуть-чуть еще поднакопить, типа купить огромное яйцо, точнее, самое крутое яйцо за 200 тысяч лайков. Ой, 200 тысяч лайков, что я сказала, за 5000 лайков. Сейчас, ребяточки, будет начинаться еще один раунд, ну, просто покликаем, интересно, сколько получим. Так, по максимуму пальца кликер развиваем на максималочку. Давайте, поднимаемся, взлет ракеты. У нас через 1, 2, ну, 218, нормально так. Ну что, ребятки, а теперь я вам покажу секретные промокоды, то есть секретные промокодики, которые еще надо будет найти. Ладно, нажимаем тоже в менюшечку кодекс и вводим наш первый секретный код. Вот такой вот он, вот так вот он у нас выглядит. Мега лайк. Ну, мега лайк, что тут рассказывать, все понятно. Запоминаем, погашаем и получаем 10 тысяч энергии. Мы сможем купить два самых крутых яйца. Или же, ой, меня как-то подкинуло. Либо же много вот этих яиц по 500. Я почему-то стала попрыгунчиком, но ничего страшного. И последний секретный промокодик у нас выглядит вот так. Hide codes, переводится как спрятанный код. Точнее, спрятанные коды, погашаем его, и мы получаем буст на энергию на 30 минут. Заходим сюда в буст и смотрим. Так, у нас Energy есть буст на 30 минут. Вот видите, 30 минут left. Ну что, ребятки, что происходит? Я люблю симуляторы скорости просто из-за вот таких моментов. Ого, смотрите, какие тут большие яйца за 3 миллиона целых. Ну что, дальше открываем наши два яйца, давайте, и посмотрим, кто у нас выпадет. Open 1, вот такое фиолетовенькое, прикольненькое. А ну-ка, Blue Electricity. А ну-ка,
Где он? А, ну он у нас самый обычный, за 51%. Ну и давайте еще один откроем одного еще питомчика. И получаем, что мы получили. У нас не высветилось. А, ну тоже Blue Electricity. Мы их одели, посмотрите, как мы стали быстро бегать. Нам еще хватает на одно яйцо, за 500. Давайте его тоже купим. И будем сейчас ждать забега, потому что меня уже заносит. Я знаю, что это не максимальная скорость, он не выпал мупа. Ну какой он? Самый банальный? Да, самый стандартный, но ничего страшного. Так, pets, эквипаем нубика и попробуем побежать. Сейчас вот покликаем тоже. Вот смотрите, сколько у меня энергии. Кликаем по максимуму. Это, наверное, тут все просто стоят, кликают, и кто-то, наверное, автокликером это делает. И все, побежали. По-моему, я самая быстрая сейчас. И, кстати, тут классно, что сделали, я так понимаю, дорога против АФКшеров, она сделана чуть кривая, чтобы не ударяться в стеночки. Но я не самая быстрая, я вижу уже там кто-то быстрее меня, но все равно достаточно быстрый. Можно сказать, что я ничего не делала, но уже так хорошо прокачалась. Конечно, это не до конца, но это хорошая плюшка на старте. Мы уже добегаем там, где 25. И добегаем там, где 50. Кстати, интересный фактик. Посмотрите, ребятки. Что? Как меня унесло далеко? Ребятки, сори, не показал этот факт. Потому что я просто только хотела вернуться назад, а меня уже занесло. Так, у нас уже 100, точнее 10к идет. Нас так заносит прикольно, вообще дорога прикольная. Нам не надо ударяться об стенки, потому что мы снижаем нашу скорость. Достаточно сложно это, конечно, но... Если делать вот так, знаете, шифт-локом и право-лево-право-лево, то, в принципе, нормально. Но мне нравится такая игра, она прикольненькая на самом деле. То есть, интересно, я такую задумку еще ни у кого не видела. И тем временем мы уже добегаем до 25к. Ну, в принципе, понятно, что кто больше пробежит, тот и победил. Тому больше там энергии начислится у нас за раунд. Вот видите, у нас всего 100 тысяч. Вот там в конце такая большая фиолетовая дорожечка на 100 тысяч. Пока что я... ну я вот сейчас до нее добегу. Интересно, пробегу ли за 35 секунд всю дорожку. Мне кажется, нет, но все же. Оп, 50 стукнуло. Ну, не лет. Так, 50 тысяч стукнуло. Так, бежим. Бежим. Нас так сносит, это прикольно, знаете, как будто у нас в самолете какая-то турбулентность нас сносит туда-сюда. Просто реально заносит. А ну-ка, мы уже пробежали, ну, практически половину, 15 секунд осталось. Ну же, я добегу или нет? 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 Половина. Ну, не, я уже не добегу, но все равно я пробежала почти до конца. То есть почти до конца, просто буквально с промокодиков. Вот, мы получили еще энергии, нас еще более заносит. Ну что, ребяточки, качайтесь. Эти промокодики в начале, это очень хороший старт, я так думаю. Точнее, я не так думаю, это прям реально очень хороший старт, потому что, когда вы очень маленькие, точнее, очень медленные, и на старте, ну, не очень прикольно, знаете, вот это, как улитка тащится по земле просто, ну, и ничего не получается. А так мы сразу вот прям практически первые добежали. Ну что, ребяточки, на этом видео, к сожалению, подошло к концу, а я надеюсь, вам оно понравилось. Но вы не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и нажать на колокольчик. С вами была Вероника Мазур, и это Ника Шоу. До новых встреч!